Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. 4 февраля в Чите прошла торжественная церемония награждения талантливой молодежи Забайкальского края. Дипломы Министерства образования России и подарки ребятам вручал губернатор края Константин Ильковский. Первыми отметили лауреатов государственных премий. Их в этом году в крае 23 человека. 14 из них добились успехов на различных конкурсах и соревнованиях регионального уровня и получили по 30 тысяч рублей. Остальные призеры и победители всероссийских конкурсных мероприятий – премии по 60 тысяч рублей. Студентка Иркутского государственного университета путей сообщения Анна Беликова стала победителем краевого фестиваля конкурса «Забайкальская студенческая весна-2014». Вокалами занимаюсь давно, как помнится, мне с первого класса. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. И на студенческой весне я выиграла первое место по номинации «Вокал», «Эстрадный вокал» с композицией Виктория Черенцова «Я выхожу на Млечный путь». Среди ребят были, например, победитель краевой студенческой олимпиады по профессии сварщик Александр Глаз, призер Всероссийской олимпиады по физической культуре Инга Шестопалова, призер международного фестиваля «Детство без границ» Дарья Проценко, победитель краевого конкурса чтецов Илья Лебедь. Победитель краевого фестиваля конкурса лучших гармонистов и частушечников Дмитрий Беспоясов порадовал всех присутствующих своим творчеством. На баяне Дмитрий играет уже 4 года и сейчас учится в Забайкальском краевом училище культуры. Это стал лауреатом первой степени. Вот, и за это получил награду. Участие самое главное, я считаю, а то, что сложно, это достижение этих высот. И есть куда стремиться еще дальше, гораздо выше можно. Также были отмечены 4 обладателя премии Забайкальского края для талантливой молодежи за успехи в творческой, научной и учебной деятельности и 7 лауреатов премии для студентов вузов за успехи в научно-исследовательской работе и изобретательской деятельности. Кроме того, дипломы вручили и 33 стипендиатам края. Александра Леонтьева, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.